Привет, девчонки. Представьтесь для начала и расскажите о своем творчестве. Я Кирон. Я Ясон. Отлично, мы все поняли. Расскажите, что это? Ну, я немного понимаю в доте. Я так понимаю, в центре разослившийся на что-то адмирал Бульдог, а по бокам его контрит Кайсер и Фурион. Это такая сайта. Почему? Да, это Кси. Это Кси везде. Это Кси. Ну, вот это точно Кси. А по центру? А по центру? Ну, это же знаменитый медведь. Знаменитый медведь. Да. Так, понятно, это герб Virtus.pro. Ну, так, а точно. Справа что происходит? Ну, это же Кейсер. То есть вы решили все в одно? Ну, это Фокс по-любому, да. Похож. Расскажите, как пришли к этой идее? Давай расскажем. Мы думали нарисовать дотеров, самых таких основных героев. Ну, короче, потом поняли, что это будут все рисовать, но, короче, в итоге это никто не рисовал. Нам казалось, что это очень банально, и мы просто решили нарисовать медведя. Потому что мы неплохо рисуем медведей. Годы тренировок. Ну да, медведь действительно неплохой. На какое место рассчитываете? И как собираетесь тоже делить монитор? Мне футболку, если будет, а Кирону монитор. 23 дюйма имеет значение размер, да? Не знаю, наверное.